сказал мне сокровенно. Рекомендую. Коля, пианист. Прекрасный парень. И душой учишь, и ты его полюбишь. Непременно. Прекрасный парень, меру был живой. Сел за рояль, сейчас кофе его сыграл. Смеялся шуткам, поднимал бокал. Потом простился и ушел домой. Ушел и канул в темноту и снег. И я спросил у друга своего, вот ты прекрасным называл его, а чем прекрасен этот человек? С минуту друг растерянно молчал, ходил, курил и молвил наконец. Он никому вреда не причинял, ни лицемер, ни склочник, ни подлец. И вдруг спросил его друга своего, а добрый наш, он бы сделал много? Мой друг не так много. Да, вроде ничего. И все-таки он неплохой, ей-богу. И тут мелькнул. А не так ли я полюбила того, кто не подлец? Но сколько рядом истинных сердец! И все ли друзья? Действительно, друзья. Не прямодушен? Ладно, ничего. Не сделал зла? Приветствуем его. Мог утащить? А он не утащил. И чуть ли уж не подвиг совершил. И, скажем, парень девушку влюбился. Жениться обещал. И под конец не оскорбил, не бросил, а женился. И вот уж он герой и молодец. А то вдруг вам, как на голову снег, свалилось горе. Друг о том проведал. Он мог добить, предать, но он не предал. Нет, не помог ничем, а лишь не предал. И вот уже прекрасный человек. Смешно, но факт. Мы будто с цельной ношей со странной меткой носимся порой. Прекрасный лишь за то, что неплохой, а не за то, что истинно хороший.